Народ, все, конец бедной жизни, теперь заживем. Знаете, почему вы все время так плохо жили? Потому что у нас герб устарел. Герб. Наш герб иностранцы не воспринимают. Сейчас мы герб поменяем, иностранцы к нам попрут. Мы же еще не до конца свои месторождения же распродали. Сейчас надо герб поменять, чтобы иностранцы дальше к нам сюда привлекались. Вот. Плюс иностранцы, они же не любили же Советский Союз. А у нас есть признаки на гербе Советского Союза. Вот так вот. Вы что-то прикалываетесь, да? Признаки Советского Союза — это вы там, в управлении нашей страной. Вы еще Советского Союза. У вас школа еще советская. У вас управленческие вот эти способности еще советские. Закалка советская. Ну ничего. Сейчас время пройдет, пару десятков лет. Дай бог, доживу, наверное, до этого момента. Я, так как я среднего возраста еще, доживу, наверное, и увижу уже в управлении нашей страной не людей с признаками Советского Союза, а уже наших казахстанцев, которые рождены были в Казахстане независимым. Дай бог, доживу. Герб надо поменять. Флаг тоже поменяйте до кучи. Чего уж там? Название улиц меняется. Название столицы несколько раз менялось. Ё-моё. Да что там флаг? Что там герб? Давайте название страны поменяем. А то мы уже 30 лет Казахстаном называемся. Пора уже менять. Чё? Давайте. Ой, блядь.